Всем привет! Всем привет! Мы на канале Вышка-шоу. И кто у нас сегодня с Ксюшей в гостях? Я сегодня с Машинка и Юрий. Кто есть? Юрий. Мини-Маус приедет к нам на своем автомобиле. О, а кто там еще с ней? Собачка или нет? Кошка. А, не, кошка. Красавица такая кошка, черно-беленькая. Это столик обеденный. Классная, смотрю, такая. Как это сама машина у нас. Так, это люк, я так понимаю, открывается. Двери открываются как-то необычно, не как на обычных машинах. У нее крутая какая-то она. Показывает, какая она в сборе. А, это мини может спать, а эта кошечка будет охранять ее. Круто, здесь что-то показывает, крутится. Наверное, каруселька какая-то для мини. Так. Вот машинка. Окошечко мини со столиком. Давай открывать? Давай. Давай будем открывать. Так, а как же она здесь у нас, интересно, мудрёно-перемудрёно открывается-то? Так. Папа никак не откроет. Наверное, надо рвать. Ага, вот. Есть она. Здесь еще держится. Так, ну что, Ксюш, достали? Давай покажем, кто у нас здесь есть. А ну покажи мини нам. Мини покажи. Вот она, Миньки. Мини Маус. Красавица. Привет всем! Гости и подписчики Бусинка Шоу. Так, а кошечку покажи, питомца. Давай питомца покажем. Или она катается уже, ей некогда показываться. А? Ну давай, сажай мини за руль. Мини Мауса, сажай за руль. Давай, сажай. Игрушки будут покупать? Да. А какие игрушки они будут покупать? А давай не просто покатаются по городу и посмотрят, что можно купить. И купят, и будем в следующий раз открывать. Они нам подарят подарок, а мы будем открывать, показывать, какая классная игрушка. А ты уже достала кошечку? Ну давай сначала мини же положим спать. Давай мини вот так спать уложим. Вот так вот мини спать будет. А кошечку сажай. Сажай кошечку. Слушай, ну классно она охраняет, смотрите. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, едем мы в далекие края. Лови. А кошечка не хочет приготовить? Тут же есть столик для готовки. Кухонный гарнитур есть. Или мини будет готовить? Мини будет? Ну доставай мини, давай, будет готовить. Кошечка? Ну давай кошечка будет готовить. Нет, кошечка будет кушать. Кошечка будет кушать, а мини будет готовить. Ну давай, придумали классно. Сейчас она помоет ручки сначала. Здесь же есть раковина, сейчас она помоет. Так, не пойму. А где же сковородки? Нету сковородок. А как же готовить? Здесь отсюда может? Нет, не отсюда. Не могу я готовить. Ксюша, ты научишь готовить меня? Ну давай, научи. Я мороженку сейчас приготовлю. Ты мороженка будешь готовить? А то кошка будет кушать. Кошечка будет кушать? Сейчас я делаю капельщик. Вот яркая. Открываешь духовку? А что, в духовке готовят мороженое? Вот эти готовы. Готово? Вот. Ой, какая красота. А дай попробовать мини. Сейчас я... Кошечка будет мороженое. Кошечка будет мороженое? Нет, кошечка и пикает. Не считать. Яси. Мороженое. Вот она мороженое у меня. Сейчас такие у меня. Кого ты там открываешь? Мороженое.
Ты так запыхана еще. Мороженка? Теперь я Кия Мороженка. Ты открываешь мороженка? Я Кия. А, открыла уже? И кошечка уже кушает мороженка. Читать я пойду. А позови Мини к себе тоже. Вкусная мороженка. Давай ты их посадишь, покатаешь. Смотри, у нас есть три мини и кошечка. Давай их катать будем. Сейчас кошка не идти сают. Вот она. Они спят. Они будут спать, маленькие мини. Одна синяя, другая розовая в костюмах. Она фото сают будет. За руль будет? Да. Рядом с кошечкой. Слушай, ну кошечка еще ни разу не видел водителей. Вот она, ее будет подбить. А у нас будет водитель кошечка. Она прыгает. А что он там прыгает? Те обезьянки, бики, кадачи, траву паля, я мистику, считай, да что же она падает, эта кровать? Давай, Ксюша, усаживай их на все свои места. Давай прокатимся. Давай, закрывай. Закрываю так. Двери закрыты. Все закрыто. Крышу закрыли, двери закрыты. Давай, прокатимся теперь. Мы едем, едем в далекие края. Стой, куда ты? Ну что, пока всем. Всем пока. Подписывайся. Новому виду. И ставь. Лайки. Лайки ставьте. А кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Всем пока. Всем пока.